Что, друзья, всем доброго, заряжающего такого энергичного турецкого утра. Мы в Турции, мы в Белеке, в отеле IC Santai. И утро здесь начинается вот так вот, позитивно, с музычкой. Сейчас просто шел на пляж, просто сел у бара послушать музончик, зарядиться атмосферой. Ну и, конечно же, как всегда, буду вас заряжать в этом видео не только полезной информацией и веселым, солнечным, классным контентом, но и позитивным, конечно. Сегодня у нас возле пляжа мероприятие. И сейчас, смотрите, что-то случится, что-то пищит. И что-то сейчас произойдет. Наверное, вот с этой ракетой. Окей, окей, она работает хорошо. Так, откуда что полетит? Такая вот здесь атмосфера. В общем, где-то нужно что-то сделать. Они уже давно здесь сидят. Какие-то задания, какие-то конкурсы, что-то проходит регистрацию какую-то. И потом отправляется на запуск. Окей, продолжаем. Ракет в космос, слушай, классно, да? Такие надувальщики стоят. Анна, в общем, мы с Анной тоже решили поучаствовать. Стали на точку регистрации, чтобы регистрироваться. Ну что, мы регистрируемся сейчас. На карточке пишут имя. Выдают вот такой жилет. Это настоящий у нас. Потом выдают вот такую каску. Нам выдают схему. Мы сейчас отмечаем, что мы хотим сделать в том шатре. Потом идем в другой шатер. Сейчас я вам покажу. Все. Спасибо, Никитос. Ты прям инженер, красавчик. Построишь ракету, вместе полетим. Готов. Давай, пойдем сюда. Так, в общем, инженер Никита. На бланке заполним название ракеты. Здесь там топливо, какой вид ракеты, какой цвет парашюта, крылья. Уровень топлива, заправка, в общем, все по максимуму зарядили, чтобы полетело прямо до Луны. Все, отправляем сейчас на получение запчастей. Диплом, сертификат. Здесь мы сейчас отдаем наш лист, и нам будут выдавать запчасти. Нам выдали ракету красного цвета, мы выбрали крылья и парашют. Все, детали получены. Идем конструировать. Как они это делают, я вам расскажу, что это сделано. Это бутылки склеенные, причем очень хорошо и прочно. Крылья сейчас я буду вставлять. И это сопла от шланга садового. От садового дома такой же сделал. Сейчас все секреты раскроем и сделаем. Так, парашют прицепили. Так, прицепляем крылья. Потом мы выбрали три наклеечки. Мы выбрали SpaceX. Возможно, авиации полетят лучше вверх, чем в Роскосмос. Ничего против меня, я просто про акцию. Наша ракета готова. Пойдем на запуск. Сынок, какая у нас ракета получилась. О! SpaceX. Пока сын стоит в очереди на запуск, папа идет на разведку. Пронюхать всю систему, как все сделано, чтобы такую же сконструировать потом дома. Так, в общем, рассказываю. Там садовые шланги прицеплены, к ним хомуты. Когда за рычажок дергают, эти хомуты просто отцепляют. Ну, как знаете, садовый шланг отцепляете. И перед этим туда наканчивается давление. Вот шланг, дает вода. Все, ну а дым создают при помощи компрессора и какой-то еще штуки. Но дым не обязательно, мне кажется, можно и так сделать для дома, да? В общем, попробуем сконструировать потом. И давайте запуск вблизи. О, как далеко улетел, ничего себе. Прикольно. А, видите, еще трубка там такая надета. Давайте поближе, пока он отошел. Вот так, смотрите, трубка, садовый шланг. В общем, садовый шланг как-то просто дополнительно еще сделан. А, трубка для того, чтобы, когда накачивает и когда вылетает, чтобы напор шланга бил в конец бутылки и при этом создавал больше полетную. Так, оказывается, Полька тоже хочет стать космонавтом. Мы решили тоже записаться. Полька у нас одела каску, жилет. И нам тоже выдали такую бумажку. Сейчас пойдем проектировать и конструировать. Такой мы с Полей нарисовали ракеты. Идем с детальками, да? Поля сама вставляет. Вообще, молодец. Все, ракета у нас готова, да? Белую Полька выбрала. Знак российского флага, естественно. Маша Медведь. Ну, тяжки, надержи за. Давай, мечтай. Готовы? Громче. Пять. Четыре. Что, вот они наши два проектировщика готовы. Что, и наш выход. Никитос, ты все изучил, все оборудование.
Мина кнопку мощнее, когда скажет. Не сейчас, а то в лоб там. Так, сначала он говорит, открываем номер один, потом номер два, потом три, номер четыре, ну и потом старт. Номер два, обстановочка накаляется. Открывай. Супер. Никита так размялся перед стартом. Давай. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Пуск. О, как унесется, улетело. Красная браво, наша. Браво, браво, браво. Прямо в регистрацию, Никит. Молодец. Супер. Нам вручили какой-то сертификат. Покажи, Никит, сертификат. Да, помогайте, пожалуйста. Сынок, мы на даче с тобой приедем. У нас будет спецзадание сделать такую ракету. Организовать программу по таким мероприятиям. Батуты у нас есть. Все, сделаем ракету, потому что, друзья, что хочет в России и Москве. Такие конкурсы. Скоро все будет. Женя все перенес. Все идеи уже уловил. Так, ну что, ой, сейчас вот у нас... Малина! Малина, ты здесь. Окей, да. Она работает, это отрезки технологии. Работает. Окей, номер три открываем. Номер три, Полин. Номер три. Окей, номер четыре открываем. Четвертый открываем. Четвертый открываем. Четыре. Пыщ. Два. Один. Нажимай, Поля. Мощно Поля так долбануло. Ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо вам. Ой, молодец. Сертификат для Польки. Давай пятерочка. Слушайте, ну очень классно. IC, молодцы, красавчики. Естественно, все это бесплатно, за что платить не надо. Просто приходите, регистрируйтесь, я вам показал, что делать. Очень классно. А в IC Green завтра будет детский Октоберфест. Мы хотели съездить, но что-то не поим, потому что последний полноценный день. Уже хочется отдохнуть, зарядиться и глухом на такой ракете. А после вечерней DJ-сет перед ужином. Разогнать аппетит. Наша грамота космонавта. Сегодня вечером очень прям хорошо, сегодня нет жары. А Никита поймал панцирь подсвечка, да, нашли панцирь с каракатицы с Никитой. Панцирь. И сегодня у нас рыбный ресторан, мы уже во всех побывали. Рыбная ля-карта у нас традиционно находится, как во многих отелях, на пляже, чтобы кушать рыбку и любоваться морем. Поля сегодня красивая такая. Поля, ты такая красивая сегодня. А смотрите. Красотка моя. Пойдем в рыбку кушать. Ну, атмосферу в рыбном ля-карте не очень показывать. Вы эти места уже видели несколько раз. Но все равно покажу, как вечером здесь накрыто. Там, где голубой рыбный ля-карт. А где красный скатерти, там еще и турецкий ля-карт проходит. Так что вы будете знать теперь. Ну, вид просто потрясающий. Здесь тоже интерактивное. Наводите на этот QR-код свой телефон, вот так вот, оп, и открывается ссылочка с меню. Ну, смотрите, здесь у нас все такой морской тематики. Тартар из лосося, креветки с авокадо, маринованные морепродукты, салат из авокадо, средиземноморский салат, салат с жареным сыром, рагу из креветок, пирог морепродуктов, кальмар на гриле, теплый пирог с крабом, лещ на гриле, филе судака, филе лосося, рыба на пару, жареная рыба и несколько десертов. Вот так вот. И все на паузу ставьте. И вот нам уже принесли закусочки, стол, рыбы, каравай палочки, вот такие закусончики. Вот сколько и сыр. Горишка пошла. Смотрите, креветосики. Всем взяли 4 блюда. Жареный сыр. Салат с жареным сыром. Южан еще какой-то салат средиземноморский вроде. Нам приехали еще вот такие креветки. Кальмары вот такие вот. Деткам наггетсы, картошек фри. Еще что-то приехало. Скоро мы сами уедем. Куда я? Худеть. Такого количества еды. Хотя мы вроде немножко заказали. Это что это с крабом? А, пирог с крабом я заказал попробовать. Мы еще не успели доесть, нам принесли одну жареную рыбку. Другую жареную рыбку, это стейк из лосося. Все очень аппетитно, все очень вкусно и очень много еды. Заказывайте поменьше. Порции большие. Что, и вот он наконец-то. Ночное купание в бассейне. Конечно, когда живешь на первом этаже, спуститься поплавать, вернее, спуститься, просто выйти поплавать, это просто раз взял
и сделан. Пока на втором все-таки надо совершить какое-то действие и пойти спуститься, выйти, обойти и уже занырнуть. Потому что когда живешь на первом этаже, все-таки намного чаще плаваешь. Поэтому если вы любите плавать, выбирайте первый этаж. Но если не любите, а любите более красивый вид, то тогда второй этаж. Я в бассейне купаюсь только второй раз. Все остальное время мы купаемся в море. Давайте, друзья, передаю вам этот вечерний ночной взгляд на бассейн. Передавите атмосферу, эти эмоции, как всегда в наших видео. Только я люблю плавать, я бы выбрал, конечно, первый этаж, но настолько, видимо, люди тоже любят больше первый этаж. Все места, все эти номера на первом этаже были заняты. Поэтому нам достался только второй этаж. Поздно мы решили бронироваться, поэтому заранее всегда бронируйтесь, чтобы получить вот такой вот максимум релакса. Говорю тихо, потому что здесь все спят, уже ночь, вы видите, тишина. Смотрите, класс, вообще просто это релакс, тишина, спокойствие. Сверху, кстати, вода более прохладненькая уже, а снизу потеплее. Ой, кайф вообще. Что, друзья, наконец-то мы добрались, правда, вечерком до территории High Kids, до детской зоны. Есть такой вход, есть датчики бесконтактные, так что дети сами не могут выйти. Только взрослые могут открыть. Здесь приходите, регистрируйте ребеночка ваше. Огромное количество игровых автоматов. Видите, все. Игрушки можно повытаскивать, жетончик приобретаете и играете. Цены на жетончик сейчас покажу. 4 жетона, 5 долларов. Смотрите, доллар равен евро, поэтому берите сюда доллары. Такие вот цены. Номера и, видимо, каждый аппарат под своим номером. Там магазинчик еще и. Ходим дальше, здесь тоже еще один. Контрольная дверь, чтобы детки сами не вышли. В общем, здесь огромная территория, мы сейчас чуть опоздали. Здесь лично проходит очень классное шоу для детей. Чего здесь только нету, то есть и большие фигуры животных, и много-много всего интересного. Здесь, смотрите, есть даже свой мини-бассейн для детишек. Площадки, качельки, много всего есть. Мы в марте здесь были, но что-то вот сейчас летом сюда даже не ходили, мы все море, море. Большая горка, площадка для деток с разными, винтовые горки, такие качели, другие качели. В общем, туда внутрь в каждую не будем заходить, но, как вы знаете, там в каждой своей зоне свой возраст и свои игры. Где-то лего, где-то развивающие игры. Вот. Ну и как в течение дня все это может меняться. И разные задания где-то дают, много-много всего. Кстати. Видите, да, одним глазком как можно не зайти. Вот. И своя кухня здесь детская есть, представляете, здесь кормят. Там холодильник стоит, соки, воды, минералочка, все есть. Здесь же у нас сцена, где проходят все шоу. Там здесь у нас, смотрите, есть бильярд. Детишкам можно поиграть, ну и взрослым там тоже. Майнкрафт. Здесь компьютерный клуб. Там PlayStation даже, да, есть, Никит? Да, там есть PlayStation. Там даже PlayStation есть. Ой, конечно. Там еще для обзорности вот так, чтобы вы увидели. То есть зона большая, и днем, и вечером детей развлекают. Здесь просто по полнейшей программе. Я бы даже так сказал, не по полной, а по полнейшей. Вот видите, какая зона. Вот детки играют PlayStation. Там PlayStation Cup, видишь? Бесплатно, да, PlayStation, по-моему? Не знаю, наверное. Не знаю, но, скорее всего, наверное, бесплатно. Но, наверное, на него очередь. Кстати, это очень на Ace Green похоже. Ну, потому что это Ace Santa, у них общая концепция примерно схожая. Смотри. Огромный гигантский глобус. Свой туалет у деток. Ну, и также я вам показывал Panda Park. Большой, там в первом видео я показывал, мы до него тоже так не дошли, потому что жарко летом. Мне кажется, там сложно лазить. Кто-то лазит. Все, такой вот детский клуб, такая детская зона. На самом деле очень большая, я в марте снимал все подробно. Но сейчас вот так вот быстренько вам показал, ну для понимания вам и достаточно. Очень удобно все сделано, заканчивается детское шоу, детская анимация. И сразу все перебираются. Сцене здесь показывают каждый вечер огромное шоу, реально каждый вечер очень мощное шоу проходит. Ну а потом вы знаете, что живая музыка или дискотека. О, началось.
огонь, да? Супер. У нас последний денек. Через несколько часов у нас уже автобусы. Хотелось подвести итоги по отелю. По отелю, конечно, вообще минусов практически нету. По итогам всех отелей, конечно, этот отель мне понравился больше всего. Из всех четырех. Никитос вообще даже слезу пустил. Настолько ему здесь понравилось, да, сын? И мы прям вот вообще не хочется уезжать. Сидим, смотрим на это море. Прям грусть, тоска накатит. Здесь, конечно, все для детей, для взрослых, вот все что угодно. И даже вот сейчас ради интереса для себя сравнил. Пытаюсь сравнить, какой отель еще больше. Эта штуковина. Это мы сейчас заказали пидешечек с этим, даже не пиде, гюзлеме с сыром, с мясом. Возьмем с собой в аэропорту, поедим, вдруг там рейс задержит, еще что-нибудь. Так тоже так делайте, берите, не стесняйтесь. Вот, и я для себя пытаюсь даже сравнить, что мне больше нравится, IC Green или IC Santai. Потому что когда мы были зимой в IC Santai, мне показалось, что IC Green лучше. Но сейчас я вот даже не знаю, возможно, IC Santai мне больше нравится. В общем, они примерно наравне. Где-то там что-то больше нравится, где-то здесь. Ну, здесь мы прям вообще сидим и просто не хотим никуда уезжать. Просто прям вообще наслаждаемся последними минутками. И вам, как всегда, передаем вот эти ощущения, эмоции. Чего там нет, Поль? Подписчиков. Нету, правда? Ага. Полина думает, что вы все, кто смотрит наши видео, сидите вот здесь, вот в этой маленькой камере. Я про зеркало нет, но могу показать сейчас. Пап, кажется. Где они? Покажу. Поль, они же... Это я снимаю на карточку, а потом они все это все монтирую, выкладываю в облако на YouTube. И потом все просто смотрят. Покажу, вот, видите, такая вот камера, небольшая, маленькая. Это вы! С мохнаткой, чтобы ветер не продувал. Это вы! Поле все время говорит, да там нет же никого. Я последний раз пошутил, сказал, что вы там сидите. Сейчас уже самый разгар дня, середина. Я за все время отдыха научился бегать босиком по раскаленному песку. Раньше я на него даже наступить не мог. А сейчас нормально, но главное, когда вот добегаешь вот здесь, в моменте уже все. Как на сковородке. Просто быстрее бежай. И тогда будет нормально. Класс. Пап, я сейчас нырну. Давай, нырни. Давайте, вам последний заряд этих эмоций. Все, это последнее наше окунание в море. И потом уезжаем, не знаю, когда приедем, уже наверное, лето закончится. Передаю вам, как всегда, как Евгений Машковский. Как другой Каспировский. Этот заряд морских эмоций. Вот это море, вот этого лета. Пересматривайте зимой. Включайте, релаксуйте, наслаждайтесь. У нас ностальгии прям вообще. Никитос аж до слез. Я, глядя на него, тоже меня накатывает. Вообще, прям это расставание очень сложно. Прям мне хочется уезжать. Никита задает вопрос, когда мы сюда опять приедем. И ответ сразу на вопрос, вернулся бы я в этот отель вообще просто, даже не задумываясь. Я сюда уже вернулся, кстати, это уже второй раз. Я вам в том числе и третий приеду, потому что нам здесь очень понравилось. В IC Green, сюда мы всегда возвращаемся. Все, друзья, передаю вам заряд пенных, мы купаемся и отправляемся. Не знаю, видно на камере нет, вот этот эффект, когда ты идешь, вокруг тебя как будто ореол такой. Морской не орел, а ореол. У нас машина через 20 минут транспорт. А мы только с пляжа идем. Я еще даже вещи не собирал. Жена ушла, все собирай. Сегодня, смотрите, будет еще какое-то мероприятие. Очень каждый день что-то происходит. Hello. Вчера тоже здесь были всякие конкурсы. Веселушка, развлекушка. Мы хоть что забыли. Пока видно море. Отсюда, издалека. Давайте скажем пока-пока, море. Пока-пока, море. Мы все время прощаемся, эти что-то забыли. Все, спешка. Наоборот, кстати, когда хорошо, спешка не так сильно. С такой скоростью собирались, что я свою майку упаковал в чемодан. До горок я так и не успел дойти. И здесь еще релакс-бассейн есть. Вот такой быстрый обзор. И джакузи, кстати, есть с прохладной водичкой лет. Видите, какая там зона. Зона делает чекаут. И мы уже все в спешках, в бегах. Но, блин, все, конечно, супер, все вообще алкоголь, да? Вы все видели, можно даже не посчитать, минусов вообще реально я не нашел. Все, бегом, бегом. Видите, до последней секунды сидели в этом отеле, уезжать не хотели. Здравствуйте. Может, даже опаздываем немножко. Давайте. Здесь волшебный чемоданчик с холодной водичкой. Я так удивился вообще.
забрала все чемоданы. Я тут свои карточки положил, дрон их вон и все. Мы уже в аэропорту, рядом с нами как раз вместе автобус приехал, Жанна пошла вперед. Жарко, внутри уже прохладненько, свежо, много работы стоек и очередей никаких нет. Тут первый контроль прошли, все очень быстро. Ну здесь, смотрите, где-то есть очередь, где-то нет, ну а аэропорт живой. Не так, как было раньше, в марте даже гораздо меньше народу было, там стойки много. Попали в пробку. Опаздываем на рейс, нам быстрее. Но Жан заранее зарегистрировался, поэтому мы успеем. Должны. Нашу регистрацию уже никого нет, мы последние пришли. Поэтому очень хорошо, что заранее взяли билеты. И места забронировал Жан. Значит, сейчас вообще в разброс сидели. Что, билеты заветные наши получены. Идем дальше. Смотрите, на паспортном контроле уже небольшая очередишка. Вот такого я уже давно, кстати, не видел. Прибавляется турпоток. И последний контроль мы прошли. Не торопитесь никогда выбрасывать водичку. Меня пропустили. У всех у нас вода. У меня даже две. Я даже вообще лайфхак придумал. Кладешь две бутылки маленькие, так раз и два. Получается, у них, наверное, она там на скрине будет как одна большая. И вынимаешь просто одну бутылку, если попросят. Но у нас вот сколько мы раз в последний раз летаем в Турцию, вообще никогда не просили вынимать воду. В Москву, из Москвы было пару раз. А отсюда вообще никогда. Поэтому не торопитесь никогда вынимать. Так, ну пойдете фри по обзору цен. Каждый раз одно и то же снимаю, уже, наверное, неинтересно. Вот только единственное, думаю, может быть, егермейстер взять им направо. И полезно вообще считается. Город там полечить, еще что, 15 евро стоит. Ну, все остальное я каждый раз уже снимаю, да. Раки 20 евро, да, разные цены есть. Можно взять две бутылки по цене одной. Кстати, Hennessy VCOP, да, вот в отеле был в IC. 74 евро бутылочка. Кстати, сколько надо бутылок, когда мы были на складе, сколько там ящиков таких было. Это только за бутылочку цена. Так, и да, по духам.рф промокод еще, я думаю, будет действовать всегда под видео. Поэтому под всеми видосами даже уже оставлю, чтобы не искать. Духи.рф, пудр.ру. Мои друзья, вы уже знаете, 15 лет дружба. Поэтому заходите, заказывайте, там все проверено. За качество я отвечаю и гарантирую. Ну, сейчас детишкам чуть-чуть купим, сладкое, игрушки. А здесь в самом аэропорту уже понасыщеннее с народом. Смотрите, как уже чувствуется, что все, разгар сезона. Турция уже ожила, она уже такая, как и была раньше. Атмосфера спокойная, хорошая, все, масочка ходит. В общем, все как обычно, все отлично. Люди любят перекусывать, Бургер Кинг. А мы любим взять с собой турецкие лепешечки. А, вот эти гёзлиме взяли с сыром, сейчас сядем, покушаем. Вообще, обалденно. Продлим турецкие радости. Знаете, по поводу сдачи тестов, теперь один тест надо сдать по прилету. Жанне сдавать не надо, потому что у нее есть справка, что она переболела. То есть, если вы переболели привитку, по-моему, сдавать уже не надо. Ну, то есть, Жанне точно надо, если переболели, точно надо. И с сертификатом привитых, по-моему, тоже не надо сдавать. А нам по одному разочку. Мне, Никите и Поле тоже. То есть, 5 лет всем надо. Когда сюда летим, не надо по линии 5 лет. До 6 лет детям сдаю. А обратно уже надо. Ну, мы, наверное, домой вызовем. Нашли компанию, вроде недорогую какую-то. Приезжает на дом и подешевле. А так, последний раз я сдавал в этом. Хеликс. Там Хеликс подешевле. А и не забывайте в отеле на госуслугах подать заявление о регистрации прибывающих в Россию. Что, последний взгляд, турецкое окошко. Мы летим на зелененьком S7. S7 нас кормят, чай. И сэндвич можно выбрать с курицей или с сыром. Так, ну что, друзья, мы уже прилетели уже в аэропорту. Я даже не знаю, какой аэропорт, что-то я все на расслабончике уже, подустал немножко. В самолете заполняли еще бумажки, сейчас вот я уточнил, можно либо заполнить на сайте госуслуг вот эту анкету, прям в отель, когда заполняете, регистрация прибывающих, да, и там дается QR-код, вы можете вот здесь показать этот QR-код и выйти, тогда в самолете можете не заполнять, потому что мы каждый раз и это делали, и это. Сейчас в этот раз я наоборот регистрацию прибывающих на госуслуг не заполнил, но заполнил бумажку, которую самолет дали. И спросил здесь, она говорит, то регистрацию прибывающих на где там госуслугах мне все равно теперь надо заполнять. В общем, заполняйте, и потом здесь показывает QR-код и один тест раздаем. Спасибо всем, кто провел эту поездку с нами. Огромное вам всем удачи, как всегда, положительных эмоций. И пока.